Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги и друзья. Разрешите представиться. Я Лисов Юрий Юрьевич, профессиональный фотограф и преподаватель. Направление школы дизайна, центра обучения, специалист. Сегодня мне хотелось бы анонсировать для вас новый курс обучения предметной фотосъемки. Этот жанр, на мой взгляд, является наиболее актуальным, так как предметы приходится фотографировать для разнообразных каталогов – исторических, научных, познавательных и рекламных. Из-за широкого охвата курс может оказаться полезным не только профессиональным фотографам или людям, увлекающимся фотографией, но и всем, кто по роду деятельности сталкивается с изготовлением и фотосъемкой разнообразных каталогов. Курс предметной фотографии является дополнением и продолжением курса профессиональной подготовки фотографов. Рассчитан курс на 4 учебных модуля в течение 16 академических часов. Интересен этот курс тем, что в ходе каждого занятия будут рассматриваться теоретические вопросы, тонкости и нюансы предметной фотосъемки, а затем отрабатываться практически с использованием профессионального фотографического оборудования. По окончании этого курса слушатели получат необходимые навыки, которые пригодятся не только в предметной фотосъемке, так как настоящий фотограф – это человек, который может показать любую ситуацию, предмет или объект в выгодном свете и с лучшей стороны. Спасибо за внимание. До встречи на курсе.